Хей, братюни, сегодня ролик про обработку звучания вашего микрофона в Adobe Audition. Погнали! Вначале вы должны понять, что у всех разные микрофоны, разных ценовых категорий, с разным шумоподавлением и в целом качество звучания. Поэтому какого-нибудь универсального способа обработки всех микрофонов нету. Вы сами должны зайти в программу, посмотреть какой тут функционал и настроить свой микрофон, как вам больше нравится. Но все-таки так как были просьбы снять ролик про это, то ладно, сегодня я покажу два быстрых пресета для обработки голоса, которые потом вы сможете сделать за один клик. По поводу какой у меня микрофон, то это Samsung C01 U Pro. Можете обзор посмотреть на моем канале. Хорошо, теперь мы в программе. Давайте запишем какой-нибудь звуковой фрагмент. Кликнем на кнопку «Рекорд». Дадим имя проекту. Рейт у меня стоит 48 тысяч. Канал поставьте моно. А битовую глубину я ставлю 16. Обработка звука в Adobe Audition. Ну что же, записали этот фрагмент, и да, у меня тоже вполне есть шумы. Окей, теперь с чего начнем обработку? Обычно другие люди изначально убирают шумы. Я не знаю, что насчет этого думать, но я шум убираю в последнюю очередь, так как во время обработки появляются новые шумы. Ладно, давайте я вам покажу первый пресет, которому я на данный момент пользуюсь. Заходим в панельку Effects Rack, после в пресеты и Podcast Voice. После убираю первые два эффекта и нажимаю Apply. Кликнем два раза на аудиодорожку, чтобы выделить ее. Потом в Effects, амплитуда и компрессия, и эффект De-esser. Этот эффект убирает высокие частоты, которые прям бьют по ушам. Обычно ставлю тут отметку в минус 10. Вновь выделим дорожку, Effects, вновь амплитуда и Normalize. Оставляем тут значение 100%. Ну а теперь давайте удалим шумы. Выделим область только с шумами, где мы в общем молчим. После ПКМ в этой зоне и Capture Noise Print. Снова выделим всю дорожку в Effects, Noise Reduction Process. И давайте теперь послушаем, что у нас получилось. Обработка звука в Adobe Audition. Обработка звука в Adobe Audition. Теперь второй пресет, он еще проще. Выделяем дорожку. Заходим в Effects, фильтр и параметры эквалайзера. Тут ставим данный пресет. Теперь в амплитуде. Normalize. Вновь заходим в амплитуду и Dynamic Processing. Кликнем на верхний квадратик и стрелками клавиатуры ставим его примерно на этой отметке. После вновь Normalize. Ну а теперь по знакомой нам схеме удаляем шум. Обработка звука в Adobe Audition. Обработка звука в Adobe Audition. Ну а теперь, чтобы сделать данный пресет всего лишь за один клик, перед началом обработки зайдите в Favorites и Start Recording. После делаем все действия, которые я вам показывал, ну кроме подавления шума, потому что каждый раз могут быть разные шумы, и все это нужно отдельно настроить. Ну и после Stop Recording и дадим имя пресету, который после появится в этой вкладке. Кстати, если вы монтируете видео и хотите сразу аудиодорожку загрузить в примере, то зайдем в мультитрек, поставим те же настройки, добавим наш проект на эту дорожку, после файл, экспорт и экспорт у Adobe Premiere Pro. Ну и вот наш трек загрузился в примере. Йо, братюни, подписывайтесь на канал, кто тут новенький. Лайк, коммент и включение оповещения добавляют вам респекта. Любители повтыкать в инстаграме, можете подписаться и на меня, там крутые фоточки. А также, если хотите со мной пообщаться, залетайте на мой дискорд сервер. На с вами был Кристофер, всем позитивного лета и пока! Yeah.